Так, подвели электричество вот под каждый светильник. Провод. Вот здесь полграмм. Так, и отдельно еще вот эти провода на подсветку. Тоже каждый провод отдельно. Вот здесь будет идти. Так, ну и все, и вот они уходят на розетку. Так, теперь получается... А, ну и на люстру вот провод идет. Так, теперь получается, вот прибиваем вот эти вот подвесы. Прямой подвес называется. Он будет держать профиль 60 на 27. Сейчас покажу, как прибивается. Получается, прибивается на дюбель гвоздь 6 на 40. Это если стену бетонную или потолок. Если в дерево, то на саморезы прикручивается. Так, ну а к профилю прикручивается вот на семечки, на 13 называется. Так, вот часть прибили, теперь здесь. Потом уши загибаются вот эти, выставляются по уровню и вот так вот прикручивается. То есть, ну, у нас уже все ровно, все, потом эти загибаются. Здесь прикручиваются и тоже загибаются. И так все.